Глава Владивостока Константин Шестаков встретился с предпринимателями города. Среди тем для обсуждения – благоустройство парков и скверов, реконструкция дорожных развязок и ремонт исторических зданий. Встреча состоялась в клубе предпринимателей Дальнего Востока. Сегодня мы встречались с предпринимателями, которые ведут свои проекты в сфере сервисного предпринимательства. Здесь все и рестораторы, ательеры, собственники баз отдыха, автотранспортных предприятий, тех предприятий, которые создают какой-то уникальный туристический продукт. Ну, самые разные сервисы, очень традиционные и востребованные в городе Владивостоке. Обсуждалась и организация морских прогулок. По словам предпринимателей, экскурсии на катерах довольно логично вписались бы в атмосферу морского города. Мы хотели бы встречаться каждый месяц по разным направлениям. Понятно, что у нас сегодня встреча, назовем ее такой пилотной. В дальнейшем мы будем встречаться по направлениям. Безусловно, это будет и промышленность, и автотранспортные предприятия. Ну, все то, чем город живет сейчас. Поэтому приходите на встречи, высказывайте свои системные или частные вопросы для того, чтобы муниципалитет смог оперативно на это отреагировать и формировать систему. Такие встречи очень полезны для выстраивания диалога и совместной работы. Ведь предприниматели – это жители города, которые работают не только на развитие своего бизнеса, но и на улучшение Владивостока. Артем Белов, Диана Иванова. Новости на Восьмом.